Ножом в грудь будущего кума. В Суворовском районе подготовка к крестинам обернулась трагедией. 41-летний мужчина пригласил к себе своего 44-летнего приятеля и попросил стать крестным отцом его ребенка. Обсуждали подготовку к обряду под звон стаканов с крепкими напитками, как вдруг будущие кумовья поссорились. Гость назвал хозяина плохим семьянином, тот схватил нож. Вы нанесли ему сколько ударов? Один удар. Вы видели, что с ним дальше происходило? Нет, я увидел, пошла кровь, и я испугался и ушел. Вы не пытались оказать ему никакой помощи? Я испугался. А нож вы где оставили? Я бросил на месте. Это все в квартире произошло? Да. А в каком помещении? На кухне. На срочный вызов прибыла скорая. Врачи лишь констатировали смерть, о чем сообщили в полицию. Задержали подозреваемого в нескольких кварталах от места преступления. После скоєного злоумисник з місця злочину втік. Поліцейські викрили його за кілька кварталів від дому. Чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне правопорушення загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.